Здравствуйте! Сегодня мы записываем видео, в котором объясняем, как сделать закупку на мини-склад. Это видео поможет всем тем, кто хочет закупиться оптом и купить подешевле LF8. Это самая выгодная закупка. Так, сейчас мы перейдем в раздел, из чего состоит один набор в мини-складе. Он состоит из 70 LF8, которые стоят $89.95, 120 акселеров и 30 LF плюс 60 акселеров 8. Итого сумма будет составлять $319 вместе с личным кабинетом и доставкой. В чем же выгода этого мини-набора? Экономия на доставке и времени. То есть вам не нужно заказывать каждый месяц. Вы получаете за раз себе доставку большего питания. Если бы вы заказали отдельно, вы бы заплатили $338. То есть здесь вы экономите $19.9. Но это еще не мини-склад. Это лишь набор. Он нам нужен, чтобы дальше считать. Вы создаете один аккаунт и под него ставите еще один аккаунт. Условно это будет аккаунт номер один и аккаунт номер два. Вы делаете закупку нашего набора из трех позиций, и вам возвращается $112.5. Также вы создаете еще один аккаунт и делаете такую же закупку на $318. И вам опять же возвращается $112.5. В чем же плюс? На ваш первый аккаунт поступает $225. Вам нужно добавить всего лишь $93, и вы сможете сделать еще один набор. То есть у вас будет выгодная закупка. Итого вы получите 300 LF8 и 500 Acceler 8. Это и называется мини-склад, который все обсуждают. Но всем трудно было до этого разобраться, из чего же он состоит, где его закупиться. Теперь вы знаете все ответы и можете спокойно закупаться. Теперь мы поговорим о преимуществах мини-склада. Если вы просто закажете пакет за $122, ваша одна капсула будет стоить $1.365, то есть 520 тенге или 94,5 рубля. Если вы закажете мини-склад, то одна капсула вам обойдется в $0.87, 332 тенге или 60 рублей. То есть вы экономите порядка 200 тенге за каждую капсулу или 34 рублей. Экономия за счет доставки и бонус в общем составляет $415.8. Можно согласиться, что это колоссальная разница. Идеально подходит для работы с новичками, так как у вас всегда есть капсулы, чтобы не ждать доставки и делать дополнительные продажи. То есть у вас при заказе за $122 вы получаете 30 капсул LF8 и 60 капсул Acceler 8. Но при заказе мини-склада на каждый заказ у вас приходится по 10 лишних таблеток. Суммарно на каждый набор, на каждый из трех наборов у вас уходит 30 таблеток. То есть в течение 3 месяцев вы сможете предложить новым участникам попробовать LF8, купить их поштучно или же ознакомиться, из чего состоит. То есть изучить продукт получше. И так люди смогут знакомиться, и у вас будет продукция на руках. Запас капсул оптом для личного потребления на всю семью из 3 человек на 3 месяца. То есть, если посмотреть, то 30 капсул LF8 нужно на одного человека в месяц и 60 капсул Acceler 8. Но на 3 месяца человеку нужно 90 капсул LF и 180 капсул Acceler. Из этого можно судить, что если в семье есть мама, папа и сынок, или же бабушка, дедушка и, допустим, родитель, то это идеально подходит для них. Также мы только что посчитали и как раз таки увидели, где находятся эти 10 лишних капсул. Еще один очень крутой факт в том, что всего лишь нужно 11 мини-складов, и вы будете бриллиантом. А бриллиант, как мы знаем, получает 2% от мирового оборота. То есть старайтесь сделать 11 мини-складов. Ну, конечно же, в идеале этого не получится. Кто-то будет заказывать с вас $3, кто-то будет мини-склад заказывать. Потому что не у всех людей есть возможность заказать на такую сумму. Вы накапливаете также 90 баллов CV к себе на аккаунт номер один, а в следующий заказ 450 баллов CV.
Общая цена закупки мини-склада составляет 731 доллар. То есть, чтобы заказать мини-склад, у вас на руках должно быть 731 доллар. Ну, это, в принципе, все о преимуществах мини-склада и о том, как его сделать, как прокупиться. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете обратиться ко мне. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я с радостью вам подскажу и помогу, как делать. Делитесь данным видео с друзьями, чтобы каждый мог сделать мини-склад легко и просто. Удачи вам в бизнесе!